Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Комнатные растения нуждаются в регулярном питании, особенно в вегетационный период. Поэтому для тех растений, которые зимой бодрствуют и активно цветут, зимой нужно подкормить специально сделанным зеленым удобрением. Сразу скажу, что такой подкормкой лучше не поливать те цветы, которые находятся в состоянии покоя. Нам понадобится зеленая масса. Где ее взять? Да все просто. Обрезаем те растения, которые сильно заросли, все лишние листочки и веточки. А также я советую добавить в такой настой несколько перьев от алоэ. Не лишним будет бросить банановую кожуру и немного луковой шелухи. Все это складываем в 3-литровую банку. Если листиков получилось мало, то можно взять и 2-литровую или даже литровую баночку. Заливаем водой, добавляем чайную ложку сахара и ждем 4 дня, не больше. Разводим водой, затем 1:1 и поливаем все растения под корень. Растениям очень нравится, они оживают на глазах и появляются силы для цветения. Такой подкормкой не стоит увлекаться чаще, чем 1 раз в месяц. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!